Очень важное обстоятельство, по которому я здесь задержусь, и более того, вызову на сцену следующего персонажа, и не одного. Дело в том, что сегодня Ивона Янкелович, бессменная руководительница театра танца «Амрита», принимает поздравления ко дню рождения. Вот так. Ну а «Амрита» хочет поздравить в лице Даяны Певны нашу дорогую Ивонну. Ивонна, если будет возможность, спускайтесь, пожалуйста. Пока я прошу на сцену Даяну. Прошу, и хочу сказать, что это тоже дебют. Желаю удачи.